Газета «Одинцовская неделя», свежий выпуск. Что на страницах? В Звенигород приехал патриарх Кирилл. В ходе визита владыка осветил надвратную икону Савино-Старожевской лавры и уникальный 40-тонный колокол, точную копию исторического благовестника, подаренного городу царем Алексеем Михайловичем. Итоги прошедших выборов. В должность вступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, за которого проголосовали почти 84% избирателей, принявших участие в выборах. Явка составила более 60%. Газета ведет репортаж с планерки в администрации Одинцовского городского округа. Среди тем – налоги и обращение граждан с отходами. Новости округа. В Ромашково открылась новая поликлиника. Наша достопримечательность – Пушкинский парк Захарова – становится все лучше и лучше. А в Одинцово опять бежали арбузный кросс. Такая уж у нас вот традиция – бегать, а потом есть призовые арбузы. Почем в городе парковка? К стоимости парковочных услуг примерился наш корреспондент Георгий Янс. А жители Новой Трехгорки уже делятся впечатлениями от новой магистрали. Улица Чистяковой капитально обновилась и получила выход на северный обход города Одинцова. Замечания у горожан есть, но в целом дорога понравилась. Александру Горячевскому 85 лет. Он первый начальник госпиталя пограничных войск Голицына, доктор медицинских наук и уважаемый земляками человек. Наши поздравления. Елена Щукина провела анализ. На чем ездят одинцовцы? Выяснилось, что уже 10% горожан владеют автомобилями производства Китайской Народной Республики. Наступило бабье лето, а это пора грибная. Любители сбора находятся на низком старте и ждут массового появления опят. И, наконец, колонка происшествий. Нападение с ножом на семью грибников, новая трагедия на железной дороге, падение строительной люльки с 25 этажа и подпольная швейная мастерская. Подробности читайте на страницах «Одинцовской недели». Если не получилось взять свежий номер в стойке распространения, то нашу газету вы всегда найдете в интернете. Вот наш адрес –